Доброго всем времени. Значит, хочу снять видео про свой самодельный пресс. Значит, вот такой вот у него вид. Значит, сам домкрат используется 12-тонный. Вот. Значит, был он переделан для того, чтобы работать вверх ногами. Естественно, я разбирать его сейчас не буду, не покуда показывать, как он переделывается. В интернете полно видео по этому поводу, как переделываться для того, чтобы домкрат работал вверх ногами. Также есть, значит, много прессов, где домкрат стоит в своем привычном положении. Ну, конструкция там мне не очень понравилась, я решил сделать вот так. Мне так больше понравилось. Значит, вверху швеллера 10-е. Вот, их два. Ну вот, значит, с одной стороны они обварены. Вот здесь внизу также имеются швеллера. Вот они. Скручены они болтами. Вот. При необходимости можно, значит, раскрутить, что-то подложить, сделать больше базу. Вот, значит, также были выполнены вот такие вот, попросила друга, значит, из листы, диаметр, по-моему, 20-ка, если я не ошибаюсь, сейчас гляну, 25-ка, толщина листов этих 25, вот, резаком вырезали такие отверстия, но это, конечно, ерунда, нужно было поаккуратнее все делать, ну, имеем, что имеем, будет возможность, подровняю все это дело. Вот, значит, сами основания, профтруба, значит, профтруба 50 на 100, толщина тройка. Вот, значит, сварено все это дело, конструкция вот так вот. Там у меня внизу уже различные наставки потихонечку набираются. Вот. Стоит он на таких вот ножках. Вот. Можно регулировать, эти ножки регулируются по высоте, для того, чтобы, ну, мало там, пол неровный, чтобы выставить, чтобы он не качался. Значит, здесь что? Значит, все это домкрат сам установлен на, видите, тоже толщина 25, лист такой вот. Вот, пружины для того, для чего? Для того, чтобы площадь, когда вы давите, площадь была большая, чтобы не выгинала вот здесь вот дугой. Вот, была увеличена, поставлена пластина. Толщина 25. Вот. Значит, приводится в действие вот так вот. Видим, качаем. Вот, и домкрат у нас выходит. Вот. Здесь отпускаем. Вот. И он заходит обратно. Вот. Стоят такие мощные пружины. Рукоятка. Вот такая вот. Она у нас так сделана, что можно ее увеличить. Ну, если там очень сильно давить нужно, рычаг увеличивается. Вот. Также она обратно сюда все это дело собирается. Такая телескопическая рукоятка была сделана. Вот. Что еще, значит? Ну, в принципе, наверное, пресс есть и пресс. Вот. Ничего такого сверхъестественного в нем нету. Значит, при желании можно, ребята, все сделать. Самодельный пресс. Вот, сам домкрат, значит, был немножко установлен, значит, по плоскости немножко развернут, для того, чтобы ручка уходила, не упиралась вот в эту перекладину, а уходила в сторону. Вот. Также было что сделано? Было, если вы заметите, домкрат работает в обратном положении. То есть, когда мы давим, так как он был перевернутый, вот,
И были переделаны тяги для того, чтобы у нас вниз мы давили. Не вверх, вот, не вверх, а вниз. Вот, то есть была переделана вот эта вот тяга. Ну, в принципе, и все. Ну, вот такой вот донкратик. Такой вот, вернее, пресс. Подальше камера мне, угол у нее не берет слишком. Ну, как бы вот так вот. Всем спасибо.